Коты готовы? Попугаи тоже! Собаки тоже! И все, начинаем! Пора устроить всем мерзопакостные прикольчики! Мурзик, давай я тебе помогу, что там делаешь? Фигней страдаю. Это кассета, если ее посмотреть, то ты умрешь через 5 дней. Серьезно? Да. Ну-ка дай глянуть. Минуточку внимания, не забудьте подписаться на наш второй канал под названием Доми Шоу. Да, Мурзик, все верно, ссылка в описании под видео. Мы с Мурзиком будем там отжигать и шутить, так что прошу, гости! Да, мы вас там будем ждать. Ждем вас на нашем канале. А что это такое у тебя, а? Не знаю, но эта фигня так трясется, что все мои мозги уже полностью стрясла. Ох, сейчас я разозлю этого Бартика. На, Бартик, догони меня. Бартик, не надо, Бартик. Ну все, тебе от меня не спрячешься, понял ты? Ха, ты на балконе? Ты думаешь, я глупый кот? Ну все, форточка-то открыта. Папа. Что? Папа. Что? Папа, иди домой, штоколка. Ты слышишь звуки? Какие звуки? Пукает кто-то. У нас заделся пердун. Смотрите в кинотеатрах «Тайна пердунов Гарри Поттера». Ну все, Мурзик, классно погостили, а теперь мне пора домой. Пока! Покидаю орбиту космоса, возвращаюсь к Земле. Полет нормальный. О! Опять пьешь колу, смотрю я. Кола вредная, понимаешь, хозяин? Кола такая вредная, так что я трубочку конфискую. Наконец-то собаки спят, можно поесть. Привет, хозяин, как дела? Хозяин, ты уже со своим пистиком заколебал. Ну что, ну стреляй давай, как там? Бах! О, все, убил наповал меня. Жанка, ты хоть бить умеешь? Умею! На! Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, все, отвязал вроде. Ну все, всем пока. Я на день рождения к Мурзику буду не скоро. Музыкальная пауза. Шо, Васька, держи вот стакан. Будешь ты у меня подстаканник, вот. Молодец, вот так и сиди. Помогите. А, глупцы, вы выпустили на волю нечто. Дядьку сделаем, давай, бей, вот сейчас я тебе помогу, а? Вот так, сейчас сетку опущу, давай, хозяйка, держу, давай, она тебе будет. О, привет, водичка, ты сегодня полная отпада. Говорил, сосиски мои, не считай, нельзя считать, говорил. Ну все, теперь не обижайся, если тебе сейчас нос откушу.